Телекомпания «Фит» представляет. Добрый вечер! Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Пятница в студию! Шоу «Москва». Вы вообще любите готовить? Да, очень. Вы обычно готовите, к примеру, с подливой, с какой? Соус? Да, соус. Соус? Да, соус. Соус? Ну заебану, блядь! Во Франции говорят, чтобы приготовить соус, надо запастись всего двумя вещами. Готовым соус и соус. Три очков, букву назовите. Буква А. Боже мой, как вы оригинальны. Откройте нам букву А. Да я ж пошутил. Ты чё, блядь, а? Ну, что вы нам приготовили? Стих. Давай. Пошёл нахуй! Чего? Что? Спасибо. Здрасте. Как вас зовут? Аделина. Как? Аделина. Как? Аделина. Балина? Обалдеть прям совершенно. Я Аделина. 450 очков на барабане, буква. А можно сначала призы, если это возможно? Что хотите, то и делайте. Это вообще неправильно, когда женщина стоит без сос. Спасибо большое. Смотрите, сектор приз или 500 очков? Сектор приз? Такой буквы здесь нет. Капитал шоу «Поле чудес». Вот задание на второй тур. Соусы появились в России, на Руси, матушке, 18-19 век. До этого, как известно, разнообразные соусы на Руси назывались взварами. Вас лично и вас также это вообще не касается. Это вот к нам. У вас есть время, чтобы поразмышлять. Супер игру! И даже вот этот домашний кинотеатр тоже ваш! Вы победитель! Вы выиграли супер игру! Браво, 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 браво! Надо просто вспомнить, из чего соус делают. Раз, два, три, шесть, девять, восемь. Ох, вообще-то... Пошел нахуй! Соус.